Главе Bethesda Тодду Говарду фанаты нередко присылают всякие посылки. Но вскоре после релиза Fallout 76 он, как сам говорит, получил самую оригинальную. Кто-то прислал ему коробку заколок для волос и надпись «Взвесь их». В тот момент среди миллиона багов в игре был неправильный вес этих самых заколок, которые применяются в качестве отмычек. Одна штучка весила аж 0,1 фунта, 45 грамм. Настоящая заколка раз в 60 легче. Из-за них персонаж очень быстро оказывался перегружен. Говард с гордостью назвал эту посылку самой креативной в его карьере. Хоть и о самой недоработке, по его словам, студия, конечно же, знала еще до нее. Сегодня четверг, 11 апреля 2019 года, и вы смотрите главные игровые новости последних дней от GSTV. Несмотря на то, что Shadow of the Tomb Raider сама Square Enix считает игрой, не оправдавшей надежд, разработавшая ее студия Eidos Montreal придерживается совсем другой позиции. По крайней мере, конкретно ее продюсер Джонатан Дахан. Он убежден, что проект удался. Отзывы прессы и игроков авторов полностью устраивают, и проданный тираж, а это более 4 миллионов копий, достаточно высок, чтобы принести издателю ощутимую прибыль. Собственно, поэтому и дополнения выходили регулярно на протяжении 8 месяцев. Заключительное увидит свет 23 апреля. Понятно, что Eidos Montreal воодушевлена показателями игры прежде всего потому, что для нее это первая разработка во вселенной Tomb Raider. До этого серией занималась Crystal Dynamics. И для дебюта в такой старой и устоявшейся франшизе это все действительно очень неплохо. Eidos Montreal хоть и не сделала мега-хит и не дожала в некоторых моментах, но по крайней мере ничего не испортила и не худшим образом завершила новую трилогию. Джонатан говорит, что Tomb Raider на этом точно не завершится. Он будет крайне удивлен, если Square Enix откажется от дальнейшей работы с персонажем Лары Крофт. 26 апреля, как вы знаете, выходит новый крупный эксклюзив PlayStation 4 — Days Gone. Sony нас на днях приглашала опробовать демо-версию. На самом деле, кадры из нее вы, скорее всего, уже видели в разных роликах. Это миссия с поисками топливного насоса и карта-песочница, где нужно с помощью тактически расставленных взрывоопасных объектов и небольшого арсенала уничтожить целую орду зараженных. Играется одна из самых ожидаемых новинок апреля крайне приятно. Кто-то сравнивает ее с The Last of Us, но Days Gone похожа на творение Naughty Dog разве что атмосферой, и то совсем чуть-чуть, и изредка теми моментами, когда нужно осторожно собирать припасы, стараясь не привлекать внимание фрикеров, так здесь называются зараженные. Расстрел их толп больше смахивает на Left 4 Dead, но опять же не очень сильно, потому что тут без дополнительных подручных средств и заманивания орды в заранее расставленные ловушки можно, ну разве что, запрыгнуть на байк и смотаться. Кстати, мотоцикл здесь не просто средство передвижения, он также играет роль этакого мобильного сейвпоинта, но его нужно апгрейдить и чинить, а вот подозвать, как какую-нибудь плотву, нельзя. Причем к управлению железным конем надо еще приноровиться, а в плохую погоду оно дополнительно усложняется. Фрикеров много разновидностей. Те мобы, которые на карте песочницы бегают за нами большой толпой, сами по себе не особо живучи, а при значительном уменьшении численности стремительно тупеют и могут даже потерять к нам интерес. Полноценный обзор у нас появится в день релиза. Epic Games Store продолжает оставаться самой горячо обсуждаемой темой игровой индустрии. Часть игроков считает, что Epic Games портит PC-рынок и своей агрессивной политикой создает лишние неудобства конечным покупателям. Рэнди Питчфорд, глава Gearbox, недавно поддержал новый сервис, заявив, что сам он никаких неудобств не испытывает, и это нормальная здоровая конкуренция. И как только стало известно, что Borderlands 3 тоже временный эксклюзив Epic Games Store, некоторые приверженцы Valve повели себя совершенно неадекватно, они стали рушить в Steam рейтинги предыдущих игр серии. А теперь высказался бывший сотрудник самой Valve, Ричард Гельдрайх. И он не просто за Epic Games. Гельдрайх крайне негативно настроен по отношению к Steam. По его словам, сервис Valve нанес огромный ущерб индустрии. Мало того, что 30-процентная комиссия, которую вынуждены отдавать компании Gabe Newell разработчики, неприемлемо огромная, так еще все эти деньги не принесли игропрому никакой пользы. Valve просто создала виртуальный печатный станок, генерирующий миллиарды долларов, и принялась на нем паразитировать. Благодаря этим ресурсам не выросла ни сама компания, ни индустрия в целом. Даже собственные игры Valve, Portal, Left 4 Dead, Half-Life прекратили свое развитие.
Конечно, те 30%, которые изымает Steam, поначалу выглядели не так уж плохо. Когда игры можно было распространять исключительно на дисках, разработчики теряли более половины денег. Но сейчас ситуация изменилась, продажи практически целиком ушли в интернет, но Valve все оставила как было. Гейлдрайв убежден, что это устаревшая бизнес-модель. И не просто устаревшая, а оскорбительная и жестокая по отношению к авторам игр. Epic Games, по его мнению, наоборот, спасает ПК-гейминг, потому что предлагает разработчикам лучшие условия, которые только возможны на сегодняшний день. И если Valve не пересмотрит свою позицию, то Steam скоро превратится в площадку второго эшелона, предназначенную для инди-игр, а крупные проекты класса AAA будут появляться преимущественно в Epic Games Store. В продажу поступил яркий гоночный экшен Jet X. Он будет особенно интересен тем, у кого есть какой-нибудь шлем виртуальной реальности — Oculus Rift, Windows Mixed Reality или HTC Vive. Механика заточена именно под них. В VR происходящее ощущается реально быстрым и головокружительным. Это не просто рейсинг, тут есть перестрелки и даже битвы с боссами, смотря какой режим выберете. Можно играть офлайн, можно онлайн с друзьями, можно в шлеме, можно и без. Польская студия Wild Monarch, между тем, предлагает поторговать марихуаной в Witchcraft Inc. Это полноценная экономическая стратегия, где, чтобы преуспеть на этом сомнительном поприще, надо заботиться о сырье, улучшать продукт, закупать новое оборудование и не забывать, что ты все-таки не пирожки с картошкой продаешь, а как-никак наркотик, и тебя могут за это запросто упечь за решетку. А еще хотим обратить внимание, что на мобильниках появился отличный квест Darkest Veil Castle, с 2017-го доступный на компьютерах. Это классическое рисованное приключение в LucasArts стиле, то есть с юмором, крайне колоритными персонажами и буйной фантазией. И все это приправлено рисовкой и атмосферой, напоминающей о работах Тима Бертона. Здесь рассказывается история забавного демона Сида, который дружит с плюшевым мишкой и ручной рыбкой, и при этом от одиночества и ради привлечения внимания устраивает всяческие пакости жителям титульного городка Даркествиль. То соли в колодец насыплет, то местных голубей накормит зерном, пропитанным алкоголем и слабительным. В отместку против него нанимают банду типичных RPG-героев в составе танка, хиллера и дамагера. Тут полно шуток, гротеска и забавных персонажей, а головоломки заставляют изрядно пошевелить мозгами и задействовать все свое творческое воображение. Только так можно догадаться, зачем совать фигурку лошади в голову селедки. Российская компания Black Tower стартовала на Кикстартере сборы на разработку мрачной пиксельной ролевки о загробном мире — Sin Slayers. Как говорят авторы, нам предстоит создать, снарядить и возглавить команду героев с уникальными способностями и недостатками, которые определят стратегию сражений. Чтобы спастись, придется победить 7 лордов смертных грехов. Нас ждут пошаговые сражения, случайная генерация карты и индивидуальная сложность каждого прохождения. Цель компании — собрать как минимум 25 тысяч долларов, которые помогут реализовать все задуманное. Ссылка есть под роликом. Ремастер Sniper Elite V2 будет выпущен 14 мая. Rebellion озвучила данный факт через вот этот ролик, где новинка сравнивается с оригиналом 2012 года выпуска. Тут ожидается поддержка HDR и 4K разрешения, улучшение качества текстур и моделей, более красивые эффекты, и будет обновлен сам графический движок. Плюс будут добавлены 7 играбельных персонажей и появится фоторежим. Осенью 2017 года разработчик ERXV выпустил модификацию для первого Ведьмака, которая воспроизводит пролог на движке третьей части. Всю игру переделать было проблематично, это бы заняло не один год. Но все равно мод оказался достаточно популярен и востребован. И знаете, что сейчас с этим парнем? CD Projekt Red его наняла к себе на работу. Хороший показатель, что карьеру в крупной игровой компании можно начать и не имея какого-то специального образования. Необычная игра Project White, о которой мы вам рассказывали в видео «7 самых ожидаемых игр про средневековье 2019-го», обзавелась новыми кадрами и вместе с тем переименована. Теперь ее следует величать как Darkborn. Все, о чем мы говорили, остается актуальным. Мы все так же играем за разумного монстра и вынуждены скрываться от викингов, которые не упустят возможности выпустить нам кишки, если вдруг мы попадемся им на глаза. Но это только первое время. Постепенно наш герой взрослеет, и вместе с этим меняется механика. Из стелса игра постепенно переходит в экшен, и уже не мы боимся викингов, а совсем наоборот. Лучше бы им не попадаться у нас на пути. Кстати, именно про викингов будет рассказывать новая Assassin's Creed.
Ну, такой, по крайней мере, возник слух. Взялся он от Джейсона Шрейера, о котором вы дальше еще услышите. Он выяснил, что релиз проекта, проходящего сейчас под кодовым названием Kingdom, состоится в 2020 году. Ранее, между прочим, намек на возможный сеттинг будущей части Assassin's Creed был найден в The Division 2. Игроки отыскали постер с надписью «Valhalla», на котором изображен персонаж в одежде викинга, а в руках у него хорошо известный по вселенной Assassin's Creed артефакт «Яблоко Эдема». В декабре прошлого года, как вы помните, BioWare анонсировала Dragon Age 4, представив длящийся одну минуту тизер. Давно не секрет, что после Dragon Age Inquisition команда занималась другой четвертой частью. Она проходила под кодовым именем Joplin, но была отменена. Рабочее название текущей Dragon Age 4 — Morrison. Почему так произошло, более-менее проясняется, благодаря расследованию уже упомянутого редактора Kotaku Джейсона Шрейера. Он поговорил с рядом бывших и текущих сотрудников BioWare, и вот как все происходило. Производство Joplin стартовало в 2015 году, как только основные работы по поддержке Инквизиции оказались завершены. На проект было переброшено несколько десятков человек, остальная команда принялась помогать делать Mass Effect Andromeda. Были учтены ошибки, сопровождавшие разработку Инквизиции. Креативный директор Майк Лейдлоу и продюсер Марк Дарра обещали сформировать четкое видение следующего проекта и максимально ясно донести его до команды. BioWare была намерена как можно чаще создавать играбельные прототипы, чтобы процесс шел более наглядно. Шрейер говорит, что совершенно все люди, которых ему удалось расспросить, твердо заявляют, что это была очень крутая игра. Мы должны были играть за отряд шпионов, работающих на территории Империи Тевинтер. Были ощутимо уменьшены масштабы локаций, но при этом увеличено количество решений и последствий от них. Был минимум однообразных заданий типа «подай-принеси». Квесты должны были ветвиться до такой степени, чтобы при повторном прохождении была возможность выполнять их на других локациях, а сами локации должны были со временем меняться. При этом основной фишкой геймплея BioWare сделала систему ограблений. Можно было по собственному желанию начать что-то вымогать у другого персонажа или наоборот подкупить его. Не тогда, когда это предполагается сценарием, а в любой момент времени. Спустя где-то года полтора, в конце 2016-го, Electronic Arts решила перевести всю команду на разработку Mass Effect Andromeda. Сроки уже поджимали, а игра была далека от нужного состояния. Когда Андромеда оказалась на прилавках, все снова вернулось на свои места. Работа над Dragon Age 4 возобновилась, а потом внезапно и совершенно неожиданно осенью 2017-го руководство EA заявило, что проект отменяется и все ресурсы решено пустить на Anthem. Дело в том, что в Joplin, в отличие от Dragon Age Inquisition, не было никакого мультиплеера и прочих более выгодных для бизнеса фич. Вероятно, это и есть причина отмены, потому что очень скоро издатель запустил производство новой Dragon Age 4, этой самой Morrison. Проект был отдан совсем маленькой команде. Очень быстро после этого Майк Лейдлоу уволился. Нынешняя Dragon Age 4 — это все еще ориентированная на одиночное прохождение RPG, точно так же делающая акцент на историю и нелинейность, но уже точно с мультиплеером. По некоторым данным, он нужен для того, чтобы игрокам было чем заняться после завершения основной сюжетной линии. Но, как выяснил Шрейер, есть идея сделать такую фичу, чтобы наших спутников могли контролировать другие игроки, и чтобы задания зависели от решений, принятых другими пользователями. То есть, очень похоже на то, что Dragon Age 4 будет такой же MMO-гринделкой, как и Anthem. Но не факт. Дело в том, что до сих пор разработка находится на стадии прототипа, специалистов привлечено еще очень мало, и никто толком не понимает, что в итоге получится. Если концепция Joplin всем была ясна и очевидна, то Morrison и для самих авторов темная лошадка. Скоро на канале. Те самые игры-легенды, которые чаще всего всплывают в разговорах на тему «Раньше было лучше». 20 проектов с прошлого поколения консолей, в которые должен поиграть каждый. А на этом пока все. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV.